Максим, это моя жена Зина. Привет. Да. Мы вернулись. Да, вернулись мы только с улицы, на улице холодно крайне. Все интересуются, что же я такого особенного ем в тот момент, когда я худею. На самом деле, очень специальная у меня диета, но сейчас мы сделали послабление до 9 числа. Вот. С понедельника у меня опять рацион, нужно опять идти на диету. Вот. Но сегодня мы решили приготовить наш фирменный рецепт. Пришел медведь у нас. Уже рабочее у него место, это холодильник у нас, да. Сейчас будет ам-ам. Булочку. Сейчас дам тебе булочку. Подержи, я сейчас булочку возьму медведю. Медведь пришел получать свою булочку. Сейчас я булочку дам. Пока булочку не дадим, он не успокоится. Сейчас. Вечно голодный. Так, чего я тебе не дам? Держи половинку. Держи. Все. Итак, что будем готовить? Мне ребята из Миннеапольса показали очень интересный рецепт. Суп из баттерсквоша. Это вот такой вариант. Я даже не знаю, что это, тыква, кабачок, что такое, промежуточное. Вот. Очень вкусный овощ. Я уже его готовил. Про него узнал, когда стал заказывать рецепты с Green Chef. Вот. Какие еще ингредиенты потребуются? Баночка сливок. Брокколи. Вот, на самом деле брокколи это не обязательный компонент, но так просто будет вкуснее. Головка лука. Купили самый обычный лук. И головочка чеснока. Вот. И из этого всего мы сейчас быстренько сообразим такой овощной веганский супчик. Вот, очень вкусненький. Приправа у нас есть. Кроме этого, что еще будем делать? Раз уж мы говорим, да, про комплексную еду. Вот такой готовый салат. Мы его регулярно покупаем. Он рассчитан на 2 порции, тут уже все есть. Необходимая заправка и мелко порезанные орешки. То есть вот такой вкусненький салатик. И еще мы зажарим в аэрогриле. Наш любимый аэрогриль, да. Вот такую семгу. Дети тоже активно ее едят. В принципе, ничего сложного. То есть стараемся использовать самые обычные продукты с минимум каких-то заморочек, правильно? Она просто для рыбы маринуется вкусно. Очень да, вкусно. Рыбу очень быстро замариновать, ее нужно только помыть, полить соусом терияки. Я немножко еще добавляю пробочку жидкого дымка для запаха, но как бы это опционально, кто хочет. Просто вкуснее получается. И зарядить в аэрогриле где-то минут на 20. Рыбу, да? Сейчас как будто готовишь на улице, да, на природе. И сейчас по-быстренькому все это сейчас делаем, и параллельно я постараюсь показать все необходимые процедуры. Значит, начну с мариновки рыбы, а потом уже, когда рыба будет готовиться, займусь уже супом. Ну, а жена мне будет активно помогать. Я сейчас вот посажу мелкого с булкой во рту. Да, мелкого с булкой во рту сейчас посадят, да. Оголодал ребенок. Да, после музея голодал. Оголодал после музея, да. Ну и пошел процесс. И рыбка будет готова. У меня пока будет время не подготовки овощей. Наливаем на сковородочку оливкового маслица. Вот. Сейчас обжарим чесночок вместе с лучком, головочку. И кинем туда потом баттерсквош, обжарим. А потом уже добавим воды и будем тушить до половины готовности. Чесночочек уже можно класть. Вот. У меня ножичек. Сейчас я чесночочек положу. Вот. Главное не переусердствовать и не передержать чеснок. Вот уже пора температуру снижать резко, потому что сейчас чесноку будет хана. Снизили температуру.
Давай лук не скорее упускаем. Все, перемешиваем быстренько, и можно уже потоску добавлять. Да? Немножко добавил базилика и чуть-чуть орегано, но это уже чисто мое опциональное. Пошел процесс, баттер сквош у нас обжаривается. Сейчас будем добавлять воду, чтобы перешел режим тушки. Пока занимались кабачками, первая порция рыбы уже готова. Передерживать, да, не будем. А так что готовь салат, а я пока поставлю кабачки, они сами будут тушиться. Пока остывает, давай быстрее готовь салат, смешивай его. Да. Опять же, главное не передержать. Заливаем воду. И будем тушить до половинной готовности. Главное, чтобы вода полностью покрыла у нас всю вот эту нашу тыкву, вот эту вот баттер сквош. И оно все тушится и тушится. Вот. Пока все доделаем, жена решила венцом размяться. Пей вино и не умничай. Пей вино и умничай. Пробуем. Где салфетка для вина? Так, вам еще, может, тебя еще сомелье пригласить сюда? Как делать в фильмах? Да. Какой запах. Да. Мама, огонь. Делаем глоточек. Да, а дальше? А дальше выплевывают. Дальше вино выплевывают. Нет, они так делают. Пытаются понять, что за вкус вина. Потом уже пьют стандартно, как все. Хорошее вино. Знаешь, сухое. Это вкусное. Я такое не пробовала раньше. Такое не покупали. Хорошее винцо. Легкое. Ну, кстати, тоже пил его. Да, хорошее вино. Подтверждаю. Непоганое. Качество хорошее. В этот раз причмокивать не буду. Просто вот рыбка, из нее ж пар идет. Ну, попробовать надо, все-таки что получилось, да? Что не сделаешь? Леша, это мой доктор, не смотри сюда в объектив. Нечего тебе смотреть это видео. Худеть я буду с понедельника, а сегодня я не худею. Что второй, товарищ? О! У тебя же будет скоро потенциальный новый клиент. Он вырастет. Это твой потенциальный новый клиент. Потому что с кухни он не уходит вообще. Любимое у него место не игровая комната, а там, где холодильник. Вот. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Конечно, ням-ням. Ам, кто бы сомневался? Папин ребенок. Сейчас подую. Ну, давай, ам. Жень, давай. Жень, ты ам хотел? Ну. Мама, давай. Так. Походу, все уже готово. Да. Пора блендер, Дина. Сейчас мы это все дело поставим в блендер. И. Видео уже, да? Да. Ой, привет, кто ко мне пришел, такой маленький. Сейчас. Попробуем вот так сделать. Вот так будем действовать. Будем оттуда выливать получившееся.
а новый добавлять. Тогда у нас будет перемалываться. Так, попробуем. Ладно, выливаем даже больше. Нам главное, чтобы там был связующий элемент. Так. Сейчас-ка. Надо блендер новый купить профессиональный. Итак, у нас суп практически уже готов. Булькается, брызгается. Осталось добавить сюда пару ингредиентов, и он уже... Давай, сливочки, выливай. Надо помешивать еще. Давай, где ложечка у нас? Вот ложечка у нас, давай. Сейчас будем кушать. Лиза проснулась, тоже хочет, требует уже еды. Она все, выливаем. Встала после музея сегодня. Все. Ей теперь осталось брокколи добавить, да, немножко? И да, и пусть тушится. Сейчас добавим брокколи. Сейчас будем кушать супчик. Да-да-да, сейчас все будет готово. Сейчас мы с вами по глоточке пойдем. Можно температуру увеличить. Слушай, какой суп становится вообще замечательный. Да-да-да, что вниз. Хай, да. Конечно. Отлично, давай. Сейчас она сварится, капуста внутри. Минут 15, думаешь, да? Да, должна будет тушиться. И главное, что капуста приготовлена. Все готово остальное уже. Капуста сейчас положим. Так, ну вот готов суп. Сейчас будем пробовать его. Женька, ты тоже пробовать пришел? Вот мама суп пробовать, видишь? Ну, в камеру смотрим. Капуста готова. Вкусно. Как сам суп-то? О, пришел медведь. Скажи ам. Ты ам хочешь? Со съемкой пришел. Так. Вкусный. С такой нежный вкус. Съедобно. Съедобный? Угу. Упадешь сейчас, дружок. Давай-ка. Я хоть супы, в принципе, не ем, но это вкусный суп. Вкусный. А ты в курсе, можно заморозить его порционно и потом разогревать уже по мере необходимости. Ну, формочки. Да, формочки. Там было написано в интернете. Ребятам из Миннеаполиса, которые нас познакомили с этим рецептом. Ребята, вам вообще респект. Вот, хороший рецепт получился. Единственное, что мы забыли сыр тёрки добавить в конце. По-моему, добавляли сыр, да, торопились. Но в общем и целом... Вот, сам вкус похож на, да, то, что мы готовили тогда. Вот как вы нас угощали этим супом, так мы и попробовали его сделать. Так что рекомендуем готовиться быстро. Такой он чисто овощной, веганский и весьма-весьма прямо сытный. Вау. Сытный, да. Детей еще надо покормить.
Сейчас покормимся. 4 дырочки дочитай до конца и будем кормить. Да. У нас пасторальная картина. Растет библиотекарь книгачей. Вот. Да. Берем для эти книги. Ни холодильником, ни едой заманить невозможно. А вот книги, как вот куда ни приходим, везде вот, вот такая вот картина у нас. А это вон, да, хулиган мелкий. Это совершенно в другом формате. Ему поближе к холодильнику главное. О.